я познакомилась с Яной, мне попалась группа «Изнанка просветления», и вот она меня заинтересовала, и это произошло в тот момент, когда я хотела найти какой-то путь для себя, для своего развития. И вот у меня было намерение все-таки понять, что такое просветление, дойти до этого ответа для себя. Именно тогда мне попалась группа ВКонтакте «Изнанка просветления». И она меня заинтересовала тем, что она была необычная. Обычно преподносилось все в текстовом формате, а здесь именно был разговорный. И сама информация, она отличалась от всего того, что я раньше слышала. Вот я стала слушать эти подкасты, и потом вот прозвучало приглашение на брак, и я решила, думаю, надо попробовать. Дать себе шанс, хотя я человек очень, ну, такой закрытый, у меня очень много страхов, я даже боялась написать свое мнение, свои какие-то мысли под любым каким-то постом, то есть очень закрытая была. И в таких практиках никогда не принимала участия. Для меня это было, конечно, новое, и я себя сама не ожидала, что я готова пойти даже туда. Ну, думаю, попробую и посмотрю, что это такое. Меня очень заинтересовал момент, то, что все это ментал, инфосон, что есть вот этот вот обман, который присутствует в нашей жизни. Вот я так это восприняла, что а насколько обманываю себя я, и вообще насколько те гуру, которых я тоже смотрела до этого, я выбирала там, мне тоже кто-то там привлекнул, и вот когда я посмотрела, думаю, а насколько, может, он себя тоже обманывает, откуда я знаю. И меня вот Яна привлекла этим, что я вот хочу узнать, а что это такое, как вот мы обманываем себя и что происходит. Когда я пришла на практику, я удивилась, что мы стали взаимодействовать не то, что сидишь и слушаешь, а то, что это динамичное взаимодействие. И вначале у меня не получалось ничего, потому что я шла без сопровождения. Конечно, я понимала, что это будет сложно, но у меня не было возможности вначале. И у меня не получалось, и уже было третье задание, и я себе сказала, выражаю свое намерение, что хочу я вот разобраться и сделать это задание. И вот оно у меня получилось. И когда вот оно у меня получилось, у меня прямо как второе дыхание открылось, и ну, это просто невозможно было уже остановиться, и хотелось все дальше и дальше вот идти. И я уже поняла, что все, и дальше невозможно без сопровождения. И вот когда ты идешь дальше, ты понимаешь, что ну, невозможно отвернуться просто и уйти уже от этого. И вот когда закончился первый этап практа, я поняла, что это только начало всего. То, что дает дальше Яна, это все вместе и является твоим путем, и приводит тебя к сути себя. Основные инструменты, Яна их раскрывает во втором этапе. И на первый взгляд это слушается как какие-то психологические такие инструменты, но на самом деле они несут в себе очень даже сакральный момент. И они выстраивают это вот взаимоотношение со своей сутью, своим высшим началом, со своим источником. Но вот к этому надо прийти, и это не сразу оценивается. Но тем не менее, когда ты видишь результат, вот тогда ты понимаешь, насколько они ценны. Я бы назвала это мистикой, однозначно. То, что дает Яна, это всегда истина. Вот Яна говорит о том, что есть наблюдение. Яна говорит о том, что есть две частоты в человеке, личностная и сущностная. Вот Яна говорит, что есть ось. И все это мы приходим к этому. Я вот, например, все это ощущаю в себе, и ось, и растождествление я это вижу сейчас в себе, и наблюдение выстроено. То есть все, что дает Яна, оно реально. Когда я видела Яну, она такая миловидная женщина, симпатичная, то я все время так думала, ну как вот такая симпатичная женщина может знать о просветлении? Ну, обычно это мужчина, обычно как бы был бы, наверное, авторитетник, какой-нибудь индус там сидел бы там, да, тоже я все время смотрела, думала, ну что такая красивая женщина, как бы о просветлении как-то так вот, у меня все время диссонанс какой-то внутри возникал, но когда слушаешь Яну, вот голос, то вот это все уже забывается, и слышишь только вот о чем она говорит. И вот для меня Яна — это суть. Это чистота сути. И только суть, и только Яна может привести меня к источнику. Что вот практик, он переворачивает все вот в моей жизни. То есть он перевернул все восприятие, восприятие себя, восприятие окружения, понимание того, что я есть только у себя, и то, что я должна опереться только на себя, то, что вот эта ответственность только на тебе за все, что с тобой происходит в этой жизни. Когда вот приходишь ко всему, и все это понимаешь, насколько это все ценно, все, что дает Яна, и то, что Яна говорит не просто так всегда. Но раз я начала разворачивать, она тебя развернет, и все равно ты эту правду увидишь и скажешь, как же я ее не замечал раньше, как же я могла это не видеть. Правда, почему она некомфортна? Потому что она требует действий, она меняет все. И правда, она выбивает тебя из колеи вот этого комфортного, пусть даже и не всегда хорошего состояния, но оно понятно тебе, ты его знаешь, ты к нему привык, и все хорошо у тебя, ты считаешь. Когда звучит правда, она это все рушит. И, конечно, эту правду слушать сложно.
потому что нужно что-то с ней делать, с этой правдой. Она не оставляет тебя в покое, в том состоянии, в котором ты была. И ты понимаешь, если ты останешься в этой лжи ментальной, то это приведет тебя к какому-то точно разрешению такому, к которому ты не хочешь приходить. И только вот правда, она тебя спасет. И Яна вот эту правду открывает в тебе, она ее показывает. Но то, что вот дает Яна, это и есть как бы сама жизнь. И попутно с этой жизнью ты возвращаешься в свой источник, к себе возвращаешься. И вот Яна, она как раз это и ведет, как проводник тебя вместе с теми инструментами, которые она дает. И вообще вот все инструменты, которые дает Яна, они вот и помогают именно справиться, узнать эту правду в себе. Вот это и есть вот это просветление для нас. Яна, она как бы приводит тебя к балансу всегда. Она знает, как тебя уравновесить. Говоря даже правду, она не бросит тебя вот с этой правдой обнаруженной. То есть вот на, возьми правду и давай делай с ней, что хочешь. Нет. Она тебя уравновесит в этой правде, чтобы дать тебе надежду, что ты с ней можешь справиться. И вот это, наверное, есть вот это сострадание, наверное, в этом и заключается, что как бы и ты у себя учишься быть, но тем не менее есть Яна, которая поможет тебе справиться с этой правдой и покажет, как с ней справиться. До встречи с Яной я такой человек, который очень был замкнут, который считал, что тишина и молчание – это все. Лучше быть всегда в стороне. У меня раньше были очень страхи большие. И самый большой страх – неизвестности. А что же будет? Как же я с этим справлюсь? Начинаешь вот эти страхи себе разрисовывать. И с Яной я поняла, что сейчас я уже не так боюсь. То есть я научилась справляться с этим страхом. Как бы они возникают, попытки, но я понимаю, что я могу справиться. Я понимаю, что у меня себя становится больше благодаря Яне. И я понимаю, что я всегда могу опереться на себя. И у меня получается. Я, по крайней мере, знаю, как я могу решить эти проблемы. И уже нет такой паники, нет такого страха. И это все дает Яна. Она вам показала, как быть опорой для себя. Проходя практику, я поняла одно, что Яна – это единственный человек, который может тебя привести к сути себя. И однозначно, кто ищет вот эту истину, когда есть намерение, тогда и получается вот этот ответ, ты его получаешь. Он же как бы отражательным принципом появляется в твоей реальности. В моей реальности появилась Яна в виде проводника. Я безумно благодарна и себе, в первую очередь, что я смогла вот реализовать себе ответ в виде Яны. Яны Корниловой, ее чистоты, ее сути. И я вот на 100% уверена, что именно Яна меня приведет к себе и к сути себя. И у меня даже нет сомнений в этом. Я вижу результат. И он не заоблачный, не когда-то там произойдет, а именно сейчас. Но все это есть сейчас. Есть изменения во мне, есть изменения в окружении. Я это все ощущаю на себе. Это та чистота, которая будет присутствовать всегда и везде, и на века. Очень благодарна Яне, что вообще она присутствует в моей жизни. Что вообще так вот получилось, что это все произошло со мной. Хотя я сама до сих пор не верю, что я так смогла и что это все так изменило. Все изменило в моей жизни. То есть один какой-то шаг, и я хочу идти дальше. И каждый раз, когда приходишь к чему-то и думаешь, ну вот я пришла, а что же там еще впереди-то? К чему еще можно дойти-то? Я очень благодарна, Яна, вам, что вы есть у меня. Чем дальше я иду в практике, на самом деле я стала вот больше ценить вас. Вы мне как родной человек. Я это понимаю. Я иногда вот сижу и любуюсь на Яну. Она смеется, анекдот какой-то она там расскажет, еще что-то. Это все как-то даже меня умиляет. Но мне приятно наблюдать за Яной. Я считаю ее вообще красивой женщиной. И то, что в этой красивой женщине скрывается вот эта суть. Суть не может быть некрасивой. Яна все это воплощает в себе. И Яна, она очень деликатная. Яна для меня авторитет. Яна все понимает сейчас.